Он спрашивает, ты точно кольцо здесь нашла? Ну да, где-то здесь. Чайка, тяни. Что делаешь-то? Да пахнет хорошо. И москиты не кусают. Паш. Че? Откуда кольцо? Мой дурак. Слушай, может, хватит нас за нос водить, а? В смысле? Ну, ничего, в смысле. Понятно же. Золото давно найдено. Чего мы здесь, как стадо баранов, по лесу шарохаемся? Может, поговоришь с ней? М? А о чем я с ней поговорю? Как о чем? Мне кажется, все достаточно очевидно. Сначала часики, потом пещера. Сейчас колечко. Никто никакой последовательности не прослеживает, а? Может, нам все-таки что-нибудь расскажешь? А я предлагаю, давайте сейчас все разойдемся по острову. Ну вот, выпустим друг друга из виду. Вот. А потом кто-то один из нас придет в бунгало. Ну и оставит там клад. Мы отдадим его китайцу, а он нам телефон. Класс. Макаренко. Кажется, у нас завелась крыска. Катюш, не обращай внимания. Они думают, что Катя знает, где клад. Клад. Понятно. Тихо, 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 тихо. Это хорошая травка, правильная. Тихо, тихо. Ну что, легче? Марья Ивановна про тебя спрашивала. А нас, кстати, теперь 14. Местный полицейский нарисовался. Штормом прибило. А чего спрашивал? Ну, спрашивал, как ты, как рука. Ну, я это сам, все, спасибо, я сам. Андрюх, Я в бунгало. Зачем? Ну, я прихвачу чего-нибудь. Зачем? Петь! Петь! Чего? Она к водопаду пошла. Я искала тебя. Да? Искала тебя. А что мне искать? Я не клад. Если бы у меня был клад, я, наверное, бы его не отдала. Это же чудо. Как можно расстаться с чудом? Давай убежим. Куда? Да какая разница, самое главное, подальше от них, от всех. Я хижину построю. Ты что без меня убежал, да? Здесь же полно змей. Нам же сказали разойтись. Маша, что происходит, а? Что случилось? Ничего не случилось. У нас весь хижина сгорела. Это все? Больше ничего? Не обманешь меня? Все, идти надо. Давай. Пусти, пусти. Все. Капкунка, я сама. Спасибо. Откуда вы так хорошо знаете язык? Хорошо? Правда? У вас есть акцент, но очень приятный. Я лингвист, доктор наук. Важная дама. Ну что вы? Просто занимаюсь наукой. Поехала в круиз, чтобы познакомиться с регионом, которым занимаюсь. Вот познакомилась. Здравствуйте. Я регион. Все, вода закончилась. Выпил? На острове ведь есть вода? Есть. Но мы не можем выйти из пещеры. Чертова пещера. Жрать нечего, воды нет. Где твой муж? Я спрашиваю, где твой муж? Может, он не придет? Ты пойдешь за водой. Где тут вода? Вода. Пить. Рана в порядке, да? Если эта зараза попала к нему, ну через рану, ну с ножа. Вот этой дрянью он отравил своих хозяев. Это вершина горы. 1250. Вода. Все ясно. Это количество шагов. Значит так. Ты поднимаешься на гору и оттуда отсчитываешь 1250 шагов на восток. Там должна быть вода. А если она врет? Если врет, сдохнет. Она у меня сейчас в Австралии. Очень кино любит. Наверное, все фильмы пересмотрела. Я вот здесь с тобой развлекаюсь. Ладно, пошли, давай руку. Давай. У меня мама лунный пирог на праздник пекла все время. Вкусный очень. Сестра ей стряпать помогала. Правильно? Я тебе про то же самое говорю. Ты думаешь, мне не надоело тебе привязывать? Тебя не привяжешь, ты убежишь. Сам не понимаю, что от меня убежать невозможно. Я сам-то от тебя убежать не могу. Слушай, а тебя как зовут по-настоящему? Лунный пирог пекла. Как? Пирог. Как луна. Давай лучше просто Конфуций. Не трогайте. Это мое. Мои сокровища. Я знал, что все не зря. Ну что, теперь твоя душенька довольна? Пап, я тебя очень люблю. Ты что, Катя? Очень-очень. Я тебя тоже люблю. Отойди. Здесь не все сокровища. Где остальные? Здесь нет половины. Отдайте. Быстрее. Они мои. Мои. Что ты да-да? Что ты да-да? Что ты опять недоволен, а? Он говорит, что здесь не весь клад. Откуда он знает, что не весь? Он знает. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть открытки с видами города? Это магазин старинных товаров. Вы интересуетесь историей? Нет. Извините. Нам нечем платить за аренду. Если дела пойдут так и дальше, то мы останемся на улице с нашим попугаем. Мо, что же ты наделал? Прошу прощения. Я сейчас все соберу. Это же старинные книги. С ними надо быть очень аккуратным. Я понял. Он не виноват. Иди, иди. Смотри, что я нашел. Конверт. Запечатанный. Дай нож. Читай. 500 золотых монет, 52 кольца с изумрудами, 47 с рубинами, 33 ожерелья. С ума сойти. Ты в это веришь? Не знаю. Смотри, что с обратной стороны. Это остров. Они убили ее, эту даму. Она кричала, сопротивлялась, но они убили ее. А потом сорвали кольца с пальцев. Ну хватит сочинять, да? Ко мне долго хранят информацию. Очень долго. Эту сережку вырвали из уха. Не расстегивая, женщина была еще жива. Этот пирсинг принадлежал мужчине. Он долго боролся, но ему перерезали горло. Ой, давайте не будем об этом, так тяжело что-то. Да, ты права, не надо. И вообще лучше не прикасаться к этим сокровищам, на них кровь. А самое правильное – зарыть их снова в землю и забыть. Интересное дело – забыть. Забыть. А я вообще не понимаю, а что скрывать-то, а? Ну, нашел клад. Вот если бы я нашел клад, все мое. И китайцу бы не отдал, а? Савелий Тимофеевич. О! Ему вообще доверять нельзя. Ну, а если от этого клада зависит жизнь другого человека? Смотря чья. Моя, например. Ой, ну даже не знаю. Ну, отдал бы тогда. Есть вторая половина. Ну, половина. Почти любовь. Вся проблема в том, что китаец требует весь клад. Требует? Ну и что, что требует? Они вон на нашу территорию претендуют. Что ж теперь им землю отдавать, что ли? Помешал? Подозреваешь меня. Да мы все тут друг друга подозреваем. Ну, значит, ты такой же подозреваемый, как и я. Дай мне карту острова. Карту зачем? Она и не готова толком, так, наброски на листках. Ну, отлично. Покажи наброски на листках. Где они? Не знаю, вроде в бунгало. Ну, пойдем в бунгало, поищем. Тебе надо, ты ищи. Силой поведу. Справишься? Не справлюсь. Помогут. Ты же знаешь, сколько здесь желающих применить силу. Давай туда. Окей. Живой? Ну чего? Ничего. Вот здесь. Да, молодец, фермер. Перестарался со своими ловушками. Мы уходим прямо сейчас. Куда уходим? Неважно, уходим отсюда и все. Я не пойду никуда, я не хочу. Нет. Кать, так надо. Ты нашел его? Я расшифровал карту. Кроме меня никто бы не смог бы это сделать, а? Понимаешь? Клад наш. Нет, он не наш. Его нужно отдать китайцу. Из него все с ума сходят. Катенька, да не сошел я с ума. Ну что-то. А китайцам долго упираться не будет. Он же согласится на те драгоценности, которые я ему уже отдал. Я никуда не пойду. В общем, так. Там на горе пойдешь вверх по речке, там будет такое маленькое озерцо и водопад. А перед этим маленький мостик. Я буду там. Буду ждать. Слава богу, я от вас отстала, где Паша? Все в порядке. Паша, ты в порядке? В порядке с твоим Пашей. Андрей! Андрей! Вот этот человек здесь свой котелок потерял. Получается, он с водой приходил? А значит, у них там сейчас в пещере воды нет. А кто это был? Им нужна вода. Ага. Понятно. Пашка! А отец где? Не знаю. Топограф сбежал. То есть как сбежал? Вот так сбежал. Да что значит сбежал? Вот дочка-то его здесь. Дочка здесь. Топографа нет. А может быть, он просто отлучился? Где топограф? Где топограф? Что я вам говорил? Вот здесь он и прятал сокровища. Он говорит, что все это время клад был у нас под боком. Так что же это получается? Если сбежал, значит предатель. А то и получается. Что случилось? Топограф нашел клад в хижине и свалил. В какой хижине? А в этой. Что-то там намутился своими меридианами и узнал, что клад здесь. И для этого заболел. А ты ему поверил. Отдал спальное место. О чем они говорят? Человек, который нашел сокровище, умеет составлять и читать карты. Считай, ты бежал 100-метровку с олимпийским чемпионом и проиграл. Если я не получу весь клад, вы не получите телефон и сгниете на этом острове. Вместе с тобой. Вместе с тобой. Слушай, так получается, Девка-то нам тоже голову морочила, что кольцо в лесу нашла. А на самом деле-то она с папашей заодно. Была бы заодно, ушла бы с отцом. Да она вас просто всех боится. Катя! Сучка, а! Поймай уши, оторви. Да ты соображаешь, кого ты таким словом называешь? Она же почти ребенок. Да потому что этот ребенок знает, где скрывается топограф. Ее надо найти. Она мне все, сучка, расскажет, а? Завтра с утра обыщем остров и найдем их. Да какой завтра? Какой завтра? Нужно сегодня это делать. Нужно делать сейчас. Ну все, хватит! Вообще уже в скотов превращаемся. Готовы друг друга пытать. Но детей мы преследовать не будем. Чего, Марьяна? Савелий Тимофеевич, детей мы преследовать не будем. Савелий Тимофеевич, темнеет. Джунгли все-таки. Давайте завтра. Так, Андрей, вы куда без меня-то? Пойдемте. Вероника, вы куда? Быстрей, быстрей. Вы русские очень странные. Это точно. Но вообще-то мы разные. Пошли. Как она посмела увести Пашу? Она ведь знает, что он болен. Дорогая, никто никого не уводит. Рано или поздно дети взрослеют. Вот и Катя с Пашей тоже. И вам, милые, пора повзрослеть. Сюда иди. Ну, хочешь, мы отца найдем? А чего хочешь? Я ему даже в глаза смотреть не могу. Кать, а хочешь, этот остров наш будет? Я хижину построю. Мы там будем вдвоем жить. Подальше от них отца. Они на меня напали, и я потерял котелок. То есть она нарочно отправила тебя прямо к ним? Нет, она правильно показала ручей, но я потерялся и случайно вышел на них. Где вода-то? Черт. Идиот, тебе ничего нельзя доверить. Мы принесли воду. Заткнись. А вы сомневались, что он придет. Будьте осторожнее. Смотрите в оба. Я хочу видеть свою жену. Якхен Мякал. Да. А он отдаст тебе жену, если ты отдашь ему сокровища. Хорошо, я дам сокровища. Откуда он знает про сокровища? Да это не важно. Ка, да, ка. Ты получишь свою жену, когда он сядет на катер или вертолет. У нас есть 15 часов. Зачем тебе катер, Тхе? Чуньо, ты жив? Я очень рад. Ты зря так рвешься на материк. Тебя там ждет тюрьма. Отпусти заложницу. Я сам разберусь. На тебе не только соучастие в преступлении, на тебе похищение людей. Проваливай отсюда. Скажите офицеру, чтобы он его не провоцировал. Иначе я прибавлю к этому еще и убийство полицейского. Андрей! Со мной все в порядке! Я не шучу. Это понятно? Да. Хорошо? Хорошо. Я тоже хочу пить. Как он здесь оказался? Понятия не имею. Он снюхался с русскими, ведет переговоры от их лица. Я думал, он сдох. Мог предположить, что его сожрали акулы, или он лежит на дне океана. Но эта полицейская крыса оказалась живучей, явилась сюда и собирается помешать нам. Я его урою. Я вышибу ему мозги и размажу их по стенам этой пещеры. То же самое сделаю с русскими. Им нельзя доверять. Никому нельзя доверять. Ты что забрался туда? Это большой секрет.